Привет, ребят. Сегодня мы с вами будем как оптимизировать игру под названием CSGO. Для начала включаем Steam. Находим нашу игру. Нажимаем свойства. Переходим установить параметры запуска. Вводим эти команды. Первая строка. Она для того, чтобы игра быстрее сворачивалась. Вводим тикрейт, который нам нужен. Ноид убирает первые стимовские закладки. Хайд. Она запускается с высоким приоритетом. Вставляем русский язык. Если хотите, можете английский. Также эти команды служат для мышки. Если хотите устанавливать Force Overload, она для загрузки быстрее файлов. Нажимаем ОК и считайте, ваша игра оптимизирована.